Тассайв хетах праджати тако вида налабхати яд брахматам упариядаха таллабхати дукхабад аннатохо сукхам калена сарватра гавир рамхаса Тассайв хетах праджати тако вида налабхати яд брахматам упариядаха таллабхати дукхабад аннатохо сукхам калена сарватра гавир рамхаса. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру сказал, в цветах содержится мед. Шрила Прабхупад сказал, что в цветах содержится мед. Вы можете извлечь из цветов мед. Это невозможно без пчел. Напрямую вы не можете извлечь мед. Нет такого процесса, с помощью которого вы можете без пчел собрать мед из цветов. Возможно, собрав цветы, собрав пыльцу, вы можете протереть ее в миксере, но тем не менее ничего не выйдет из этого. Прабхупад говорит, да, возможно, вы можете. Вы не можете извлечь мед из цветов, но есть еще один вид насекомых, которые собирают яд из цветов. Для того, чтобы извлечь мед из цветов, пчелам не нужен этот вид насекомых, которые собирают яд. Они автоматически собирают мед из цветов. Но насекомые, которые извлекают яд из цветка, то есть между ними нет никакой связи. То есть одни собирают мед, другие собирают яд. И точно так же Шастравакья, когда она нисходит из лотосных стоп фигуры вайшнавов, она становится более чистой и более могущественной. Вы можете сами изучать шастру, я могу дать вам много-много книг. Тем не менее, вы не сможете с терпением изучать. В настоящее время у людей недостаточно концентрации, недостаточно веры в гуру. Они постоянно сомневаются. Разные подозрения у них. Таков век Кали. Таким образом, мы зависим от гуру и вайшнавов. Когда из уст Шукадева Госвами мы слушаем Бхагаватам, мы получаем Бхагаватам, оно становится слаще, еще более сладким. Расики. Я сейчас говорю не о материальной расе, не джада расики. Те, кто подлинные расики, а пракрита раса пребывает в их сердце по милости гуру и вайшнавов. В материальном состоянии сердца невозможно. Это невозможно. Симад
Если мне... То есть мы зависим от пчел, которые вращаются вокруг стоп Чайтаньи Махапрабху. Потому что стопы Махапрабху подобны цветкам лотоса. И мы зависим от этих пчел. Без помощи гуру, садгуру, у нас нет шансов. Когда Хираньякашипу задает вопрос Прохладу, откуда ты черпаешь свою силу? И ответ в том, что нет возможности напрямую или не напрямую обрести бхакти без милости вайшнавов, наверное. Грихаврата. Прежде я уже рассказывал. Грихамеда и Санкиртанмеда. Не пытайтесь. Не забывайте о том, что Шримад Бхагаватам — это достояние Парамахамс. Чистые вайшнавы, парамахамсы, могут наслаждаться расой и с Бхагаватам. Если вы достойны милости гуру и вайшнавов, они прольют и на вас эту расу из Шримад Бхагаватам. Если вы хотите, подобно ворам, извлечь какую-то сухую философию для наслаждения славой, почестями, это запрещено, это не разрешено. И мы должны зависеть от пчел, которые распространяют расу. Мед, которые принесут мне этот мед. Почему люди нападали на Прабхупаду? Почему они хотели убить его? Какова причина? Что он сделал для этого? Возвышенные личности. Я сейчас не говорю о имени и славе, я имею в виду тех, чья жизнь посвящена Верховному Господу. И те, кто хотят блага всему миру, желают блага всему миру. День и ночь они думают, как сделать так, чтобы все получили милость в этом мире, чтобы целый мир обрел милость, и нет у них другой цели. Вы можете верить в это, можете нет, но это их единственная цель. Они лишь хотят, чтобы весь мир узнал об абсолютной истине, и с помощью этого обрубил материальные оковы, совершая харинама санкиртану. И Шукадева Госвами учит нас этому же в начале Шримад Бхагаватам. Шукадева Госвами учит нас. Приходите все, все приглашены. Приходите и примите участие. Сатьям Парам Дхимахи.
Приходите, примите участие в нашей медитации. И что подразумевается под медитацией? Медитация санкиртана. Когда Шукадев Госвами, то есть он, Шукадев Госвами пребывает в медитации, в самадхах. И он в постоянной связи с Верховным Господом, когда он рассказывает Бхагават-катху. Без связи с трансцендентным миром, как возможно рассказывать Харикатху? Я не понимаю. Я не понимаю этого. Говорить о трансцендентном мире, если вы не находитесь в связи с трансцендентным миром по милости могущественного гуру, Прабхупады Бхактивинода Такура, если у вас есть связь с ними, постоянная связь, беспрерывная связь, и находясь в медитации, такие люди могут, такие преданные могут рассказывать Харикатху. Прабхупад говорит, что чистые гуру и вайшнавы могут совершать совершенную медитацию через Харикатху. Санкиртана — лучшая медитация. Мы не собираемся сидеть в уединенном месте с закрытыми глазами, концентрируясь. Это невозможно, потому что ум никогда не позволит вам сделать это. Что-то, на чем-то ум должен сконцентрироваться. Допустим, если вы повторяете аник и наблюдаете своим умом, вы можете... То есть ум будет всюду блуждать. Но если вы будете следовать пути, указанные нашими ачарьями, определенно вы достигнете успеха. Во время Харинам Санкиртаны, джапы, во время чего бы то ни было, ваш ум может отправиться куда угодно. И вы должны привести этот, вернуть этот ум обратно, успокоить его и сконцентрироваться. Главное — контролировать свой ум. Поэтому я сказал, то есть если с нашим беспокойным умом мы отправимся в уединенное место, пытаясь совершать воспевание святых имен, ум постоянно будет направлен на материю. Наш ум полон материи. Возможно, физически вы не хотите чем-то наслаждаться, не будете чем-то наслаждаться, но на тонком уровне это желание остается. Ум — это место, где может быть скоплено тонны материи одновременно. То есть физически, возможно, это не так, вы не наслаждаетесь, но в уме все это может накапливаться. Но та же самая материя, которую вы... То есть она в тонкой форме пребывает в уме, и это опасно. Когда по милости киртана вы сможете, по милости санкиртаны вы сможете размышлять о лилах Кришны с помощью киртана. И автоматически вы сможете находиться в уединенном месте, вы сможете воспевать в уединенном месте. Это невозможно для обусловленных душ. Обусловленные души не должны оставаться одни. Это запрещено. Обусловленные души должны находиться с могущественными преданными. Если мы не можем позволить себе это физически, мы должны хотя бы умственно находиться рядом с таким вайшнавом. Если вы посвятите свой ум Гурупада Падме, вы... это будет вашим единственным выходом. Но проблема в том, что мы готовы дать пожертвования, но не готовы
отдать Гурупада Падме на шум. И когда Гурупад Падма говорит нам: «Сын мой, ты должен предлагать поклоны», в действительности мы не понимаем до конца значения поклонов. Дандават пранам означает умом, речью и телом. Когда мы предлагаем дандават чистым гуру вайшнавам, мы автоматически можем обрести милость. Но проблема в том, что мы не можем делать это. Если мы посвятим наш ум гуру вайшнавов, они примут его и изменят, исправят его. Вы должны думать, что мы лишились нашего ума, он не принадлежит нам, он ушел к гуру и вайшнавам. То есть через предание, совершенное предание гуру и вайшнавам, гуру и вайшнавы смогут контролировать наш ум. То есть если наше предание совершенно, если наша любовь совершенна к гуру и вайшнавам, магическим образом, волшебным образом, вы можете наблюдать, что кто-то руководит мной. Порой я чувствую счастье. У меня много силы к харинаме, терпения, чтобы совершать служение, слушать харикатху. При условии, что вы посвятите свой ум гуру и вайшнавам, вручите свой ум гуру и вайшнавам. Вы можете вспомнить, что вчера я говорил о том, что случай с Приявратой исключительный. Приеврата — ученик Нарады Махараджа. Он наслаждается его милостью, испытывает глубокую привязанность к нему, связь с ним. И он отправился в Дроначал Парват, и там совершал духовную практику. Нарада обучал его там. Между тем, отец Приявраты, Ману Махарадж, переживал, потому что он старел, он думал, что делать. Он думал, кто будет править государством, сын мой не готов занять мой пост. И он отправился к Брамаджи, рассказал о своей проблеме, какое отречение развил его сын. Что делать? Я становлюсь старым. Помоги, пожалуйста, нам решить эту проблему. Что мне нужно сделать, чтобы он послушался меня? И затем Брама пришел в Дроначал Парват. Они заметили Брамаджа и Ману Махараджа, предложили поклоны. Нарада и Приаврата заметили их, предложили поклоны. И Брамаджи говорит своему внуку Приаврата: «Посмотри, я исполняю наказание Верховного Господа. Я Индра, Шанкар. Все мы обязаны исполнять то, что нам сказал Господь. Когда мы извлекали, то есть когда извлекается масло из горчичного зерна, семени, есть такое
правило, что нужно как это делается с помощью быков, наверное, там под давлением. Сейчас это все как-то вращается на аппарате, перетирается, превращается в пасту, затем из пасты получается масло, капля за каплей. Таков процесс. И Брахма же говорит, в носу отверстие. Брахма же говорит о прохладе Махараджа. Своими собственными усилиями вы можете пытаться. Если вы будете развивать санкиртан, меду, вы будете постоянно думать, как дакха, о потерях и приобретениях. Чей взор устремлен к потерям и приобретениям этого материального мира, они не могут понять Верховного Господа, как обрести бхакти. Если собака голодает, целый день она ничего не ела, она очень голодна, бежит в поле и находит там кость, сухую кость. Собака думает, о, это прекрасно. Сейчас я под деревцем погрызу ее. Там ничего нет, она полностью сухая. Сухая кость. Но собака вновь и вновь грызет ее, жует, пережевывает. И от этого ее язык повреждается, и кровь из языка начинает струиться. Рот ее наполняется кровью. Но собака думает, о боже, так вкусно. Прахлада Махарадж то же самое говорит, как обрести рупа-нога, рага-нога, бхакти. Каждый день материалисты получают одни и те же наслаждения, тем не менее они думают, что это очень вкусно. Как же они могут развить Кришна-бхакти? Санкиртан-меда развивается лишь по милости гуру и вайшнавов. Гриха-медха
Когда говорится, это означает, что вы погружаетесь в таму, в тамагуну, в невежество день за днем. И Брахмаджи Махарадж говорит, что мы должны исполнять наставления Верховного Господа, и, соответственно, мы делаем это. Никто не может действовать только так, как ему хочется. Все мы под контролем желания Господа. У нас есть обязанности, и мы не можем их избегать. Почему же ты хочешь уклониться от своих обязанностей? Тот отвечает, что я хочу совершать баджан. Хорошо, ты можешь совершать баджан. Ты можешь занять пост царя и совершать баджан. В чем проблема? Мы знаем, как в шастрах описано, что Притхумат Махарадж, Амбариш Махарадж, великие Махараджи совершали баджан. Как же это возможно? То есть ты точно так же можешь следовать их примеру. Брахмаджи говорит, даже в лесу ты можешь столкнуться с проблемами. В шастрах сказано, что райские девушки, апсары, могут прийти к тебе, начать танцевать перед тобой. Как это было с Агнидевой, эта история описывается Шримад Бхагаватам. Так же, как Вишвамитра совершал баджан, Васишта Муни, все они. Мы не хотим выискивать ошибки в их поведении, мы хотим лишь извлекать уроки из этих примеров. Муни Риши также совершает ошибки, но мы знаем от Гуру Варги, что мы не можем неправильно интерпретировать это. Мы должны лишь извлекать уроки из их поведения. Васиштха Муни очень могущественен. Возможно, он совершил какую-то ошибку, но он может легко исправиться. Он вкушал мясо неосознанно. Много разных случаев приводится в шастрах. Но они живой огонь. Брахмаджи Махарадж приводит прекрасный пример. Дорогой мой внук, послушай, если ты останешься в лесу, нет никаких гарантий, что проблемы не придут к тебе. Если твой ум не под контролем, очень опасно погружаться в размышления о материальных проблемах. Почему Парикшит Махарадж позволил Кали жить тут? Парикшит Махарадж невероятно могущественный царь, он мог убить Кали, и не было бы никаких проблем. Тем не менее, Махабхагавата, Парикшит Махарадж, But after that, he started thinking,
думал об этом, но впоследствии он пришел к мысли, что если он убьет Кали, у Кали есть одно хорошее качество. Это, в действительности Кали — это источник зла. В век Кали все рушится, мораль. То есть это полная деградация человечества. Тем не менее, Кали обладает одним хорошим качеством. И что же это? Единственное благое качество Кали. Тем не менее, это очень возвышенное, это невероятно, это замечательное качество, что в век Кали процесс обретения совершенства становится невероятно легким. Что мы должны делать для этого? Совершать санкиртану под руководством Шри Гуру и Вайшнавов. Если вы примете прибежище Харинама, вы получите все блага. Но вы не должны, уподобаясь материалистам, просить о деньгах, положении и так далее. С помощью Харинамы мы можем обрести прему, которая невероятно редка. Это совершенное качество Кали-юги. Поэтому Парикшит Махарадж не убил Кали. Что, если вы, допустим, приняли прибежище Парам Пуджипат Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прагьянкешава Госвами Махараджа, если же вы остаетесь неискренним, если вы не хотите совершать баджан, что они могут поделать с этим? Как они могут помочь вам? Точно так же Парикшит Махарадж подумал, те, кто неискренние, так или иначе они столкнутся с проблемами. Те же, кто искренние, для них открывается прекрасная возможность, если они примут прибежище Харинам. Они могут отправиться в Святую Дхаму, совершать служение. То есть такие возможности открывает век Кали. И поэтому Парикшит Махарадж решил не убивать Кали. Он лишь наказал Кали несколькими способами. То есть имеется в виду, что он позволил... Кали попросила место, где я могу жить. И Кали все было, казалось, мало места. И тогда Парикшит Махарадж... Отвечая на просьбы Кали, позволил жить ей, жить Кали в местах, где золото, азартные игры, незаконные связи с женщинами, опьянение, одурманивающие вещества. То есть все это места обитания Кали. Обычно чистые гуру и вайшнавы хотят жить жизнью нишкинчан, не сталкиваясь ни с какими подобными проблемами. И все, что у них есть, они используют для служения Кришне, так, чтобы не наслаждаться этим. Когда Брахмаджи Махарадж приводил свои аргументы,
говорят, что дорогой мой внук, преврата, в лесу ты тоже можешь столкнуться с проблемами, если твой ум не под контролем. Фанатичные люди, которые хотят материальных наслаждений, тоже могут отправиться в лес, совершать аскезы. Встречаясь с врагами, Камой, Кротхой, Мацари и так далее, это как шесть жен, эти шесть пороков, которые каждая из жен тянет в свою сторону. Когда муж, когда Дживатма живет с шестью такими врагами вокруг, она постоянно погружена в проблемы. Шесть жен постоянно тянут его в разные стороны. И Дживатма полностью обеспокоена, в полном беспокойстве. Если же кто-то достиг уровня Джитендрии, контролирует все свои органы чувств полностью. Через Атмарати. Это возможно через Атмарати контролировать свои органы чувств. Очень мудрые пандиты контролируют органы чувств, потому что их ум постоянно находится у лотосных стоп Верховного Господа, Гуру и Вайшнава. Если вы встретите такую уникальную личность, если же он даже живет жизнью семейного человека, какие могут быть у него проблемы? Есть множество примеров Шримад Бхагаватам этому. Никаких проблем у них не может быть. Итак, прекрасные доводы были приведены Брамаджи. И Притху Махарадж сказал: «Хорошо». Он вернулся назад и возглавил государство, принял этот пост. И через это вы можете понять, что то есть как путь, с помощью которого возможно жить семейной жизнью. Если вы, это говорится в шастрах, если вы живете дома, но под контролем бхакти и бхавы, тогда никаких проблем у вас не будет. Это говорит Вишвана Чакравати Такур. Если какие-то враги атакуют вас, тогда Вишнанд Госвамипад приводит пример. Если какие-то враги нападают на королевство, на царство, царь прибегает к помощи какого-то защитного сооружения. То есть строится какой-то форт, то есть крепость, и снаружи крепости происходит битва. И
То есть изнутри можно стрелять. Изнутри можно. Изнутри крепости. Можно смотреть на... То есть враги не видят меня, но я вижу их и могу стрелять во врагов. И также там различные пищевые запасы, и готовят там, а батальоны сражаются. 10 часов просражавшись, сменяется караул, принимают просад и отдыхают. Потом вновь. И Вишванат Госвамипад говорит, что семейная жизнь — это одна из таких защитных крепостей. Вы можете там получить поддержку, никто не сможет создать вам какую-то опасную ситуацию. Если вы можете себя контролировать, то все в порядке. Вы можете принимать там хороший просад, то есть в рамках юкта вайраги. Я видел так много примеров в моей жизни сухих отреченцев. И все это, вся их духовная практика заканчивается рано или поздно. Кто-то совершал Гавардхана парикраму, совершая Дандавата парикраму. Я спрашивал их, зачем вы это делаете? Шат Госвами, наш Прабхупад. Они никогда так не делали. Они никогда этого не делали. Ты можешь предлагать поклоны, но... И человек объясняет, что у меня в сердце материальное желание, кама, я не могу от этого избавиться. И с помощью этого процесса... То есть это не тот процесс, с помощью которого это... То есть ты избавишься от этих желаний, они только получат свое осуществление. Когда вы то есть сухая вайрагия запрещена, от этого сердце иссыхается, становится твердым. Как совершать юкта вайрагию? В шастрах вы можете найти. Прападананда Сарасвати Пад пишет. Уродливая аскеза, уродливая тапасия запрещена. Сухая, грязная тапасия, аскезы запрещены. Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж не совершал этого. Не будьте сбиты с толку. Вы думаете, что он совершал сухую вайрагию, но в действительности это совершенно не так. Один демон хотел посоревноваться с Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараджем, как я уже рассказывал. Он думал, я покажу сейчас людям, что я возвышеннее, чем он. Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж принимал воду из сухого кокоса, то есть из оболочки сухого кокоса. И этот человек хотел показать другим, что он возвышеннее, начав пить из черепа мертвого человека. Гаур Кишор Дас Баба был все время погружен в Нама Санкиртану. Он был постоянно вовлечен в служение Расалилы, в Расалиле. Постоянно. Не безостановочно он испытывал эту расу, исполняя служение. Поэтому для него все возможно. Нет ничего невозможного для него. Он уже наслаждается Апракрита расой. Поэтому вайраги его естественно. Вы можете видеть, то есть его вайрагия не сухая, она естественная.
Бхактивинода Такур совершал баджан, Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж совершал баджан. Кто-то, некоторые заявляют, что он совершал, что якобы Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж совершал вайрагью таким отреченным путем. То есть имеется в виду, совершал баджан, то есть кто-то заявляет, что Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж совершал баджан с помощью сухой вайраги, а Шрила Бхактивинода Такур якобы совершал баджан в наслажденческом настроении. И Прабхупад говорит, что это глупцы. Внешне кажется, что процесс баджана, то есть баджан, который совершал Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, отличается от того, что совершал Бхактивинода Такур. Но Прабхупад объясняет, что они одинаковы. Бхактивинода Такур совершал уединенный баджан, сидя в комнате, закрыв глаза. Ожидая шанса совершать вечное служение, постоянно погруженный в вечное служение. И Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж не мог видеть внешнее. То есть он был практически слеп. Но и что от этого? У него было внутреннее зрение, внутреннее видение. Однажды в 12:30 ночи или в час ночи Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж прибыл место, где в наши дни находится читание мат, и где в то время Прабхупад совершал там баджан. И Прабхупад был поражен, когда увидел Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа. Как ты пришел сюда? Кто тебя сюда привел? Кто вас сюда привел? Как вы нашли лодку, чтобы переплыть Гангу в такое время? И Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж смеялся. Просто смеялся на все его вопросы. И тогда Прабхупад понял, что Гур Кишор все время хочет помочь Гур Кишордас Бабаджи Махараджу пересечь реку. Гур Кишор, сам Гауранга, помог ему. Потому что в то время повсюду были тут джунгли, практически джунгли, шакалы. И как же он пришел сюда сам один, практически слепой? Потому что Гауранга Махапрабху помог ему. Но для обычных людей это невозможно. Итак, юкта вайрагья. То, к чему мы должны прибегнуть. Мы должны жить, руководствуясь юкта вайрагьей, совершая баджан совершенным образом. Шлока, с которой я начал, очень важна. Кал, время. День за днем. Время текет, и постепенно разрушает наши материальные наслаждения. О, жена умерла, муж умер, отец, мать, дочь. Время рушит все. Все игрушки наслаждений. У нас много игрушек. Как малыши играют с игрушками. И время постепенно разрушает все мое тело, все мое окружение. Время невероятно могущественно. Чтобы освободиться от камы, есть единственный путь. Тот день, когда вы сможете осознать Апракрита Лила Вилас, Бхагавана Шри Кришны, Рады Говинды, трансцендентные игры Господа, вы сможете понять, как выйти из-под влияния времени, разрушительного влияния времени, когда вы осознаете, насколько совершенны эти игры, вы освободитесь от разрушительного влияния времени.
есть лишь один процесс. Кришна — это океан расы. Даже если малейшую каплю получит джива, это заполнит все ее сердце. Махапрабху плачет в Гамбире. Мы не можем понять, вы не можете понять, потому что Махапрабху говорит на Бенгали. Есть такая болезнь, от которой вы испытываете сухость постоянную. А есть раса. То есть вы сухие и хотите попить, хотите испить, вы уже умираете, и вы молитесь, дай мне каплю этой расы, чтобы напиться. Так молится Гауранга Махапрабху. То есть при этой болезни Санипати. Называется эта болезнь, при которой нельзя пить. То есть больного мучает сильная жажда. Мы сейчас находимся в материальном океане наслаждений. Есть ли у нас какие-то представления о расе? Какие у нас представления о ней на сегодняшний день? Что мы обрели? Что мы осознали? Какие осознания у нас есть на сегодняшний день? Мы ничего не знаем о трансцендентной расе. Махапрабху говорит Рупе. Рупа, это невозможно выразить. Кришна, бесконечный океан расы. Позволь мне вкусить хотя бы каплю, так чтобы ты также осознал этот вкус. Бхагаван совершает непостижимые игры, лилы. В настоящее время это невозможно понять. Для нас. Когда Шридхар Свами написал комментарии на Бхагаватам, он размышлял, как? Как составить комментарии на Бхагаватам? Бхагаватам — это океан расы. Поэтому он составил одну шлоку. На Рама-Науме я уже объяснял эту шлоку. Почему? Тут вопрос ставится. Почему ты принял прибежище Рамачандры, не Кришна-Чандры? Несмотря на то, что они едины, возникает вопрос. Почему? Бхагаватам — это сам Шри Кришна. Бхагаватам — никто иной, как Шри Кришна. Кришна в форме звука. Это Шримад Бхагаватам. И говорится, что Рамачандра создал
мост, чтобы... достигнуть Ланки. И приводится такая аналогия. Рамачандра, он помогает прийти к расе, то есть пересечь океан материальных страданий. Поэтому... Сидар с вами молится, что никак без помощи Рамачандры я не смогу пересечь эту реку, этот океан. Поэтому он принимает прибежище Рамачандры. Махапрабху прославлял Сидар Госвамипада. Он говорил о том, что он великий комментатор Шримад Бхагаватам. По милости Нарисингхадева, Сидар с вами описал все, как оно есть. Вчера я уже сказал. Сидар Госвамипад объясняет славу Раса Лилы, самую высочайшую из всех лил Шри Кришны, когда самый высочайший из всех лил, который когда-либо он совершал. Сидар Госвамипад говорит, что это Камвиджай Лила. Если вы получите это знание от саду, вы вылечите свою самую главную болезнь, камрогу. Кам — это самая главная болезнь. Очень легко вы сможете ее вылечить. Таким образом, Сидар Госвамипад прославляет Раса Лилу. Но существует определенный процесс, с помощью которого необходимо действовать. В противном случае вы просто падете, если вы будете делать так, как вам хочется. Вчера я говорил о материальном Камадеве, о том, что он очень гордый. Он думал, о, я очень могущественен, никто не может бросить мне вызов. Я могу победить кого угодно. Брамачари, саньяси. Сколько энергии мне нужно затратить, чтобы они пали? Очень легко, совсем чуть-чуть. Потому что я очень экспертен в этих вопросах. Апракрита Камадева Кришна Бхагаван Нанданандан. Но Камадев, он трансцендент, он материальный Камадев. Все проблемы в материальном мире происходят из-за камы. Они так или иначе связаны с камой. И все они вызваны материальным камадевом. Материальный камадев побеждает каждого. Индра был побежден мной, размышляет Камадев Праджапати. То есть многие-многие великие личности были побеждены мной. И поэтому я провозглашаю всюду, что никто не может бросить мне вызов в этом мире. Есть определенный процесс, с помощью которого
Камадев навевает на вас свои чары, с помощью из-за которого вы начинаете испытывать каму. То есть определенные ситуации, в которых человек испытывает кама. И Гуру Махарадж говорил мне, Баба, они открыто, Брамачари Саньяси открыто общаются с женщинами, некоторые Брамачари Саньяси. Но когда происходят какие-то проблемы, они не могут устоять. Женское изваяние, изваяние женщины, имеется в виду, наверное, форма женщины очень привлекательна, очень привлекает противоположный пол. Махапрабху говорит, дару пракрити. Даже деревянное изваяние, статуя прекрасной женщины может сразить вас. Поэтому Махапрабху предупреждает нас. Лучше выпить яд и умереть, чем общение с женщиной наедине для отречённых. Махапрабху предупреждает нас об этом. Это применимо также и к женщинам. Если они выходят из себя в обществе, если они не могут себя контролировать в обществе мужчин, они также могут пасть, лишившись своей целомудренности. Таким образом, Махапрабху предупреждает нас, показывая глубину Кришнарасы, показывая всю серьезность Кришнарасы. Если сердце ваше кипит, кровь кипит, приведя прокрыта камы, то есть из-за материальной камы. Как же вы можете слушать Расалилу? У вас нет права. Постарайтесь вначале контролировать свои органы чувств, свое вожделение. Махапрабху говорит нам об этом. Мы не можем смотреть на женщин с наслаждением, с настроением наслаждения. Точно так же и женщины не должны смотреть на мужчин с настроением наслаждения. Это запрещено. Те, кто хотят достигнуть уникальную раса-татву, для них запрещено. Обычные люди могут делать все, что угодно. Они живут под руководством их материального ума, что они не готовы слушать об этих вещах, но даже саду. Никто не хочет слушать абсолютную истину. Махапрабху предупреждает нас, что те, кто в действительности заинтересованы в том, чтобы обрести Кришна-прему, Кришна-расу, должны быть очень осторожны, потому что майя может создать проблемы, и вы в таком случае пойдете. Махапрабху не мог простить ни ошибки саньяси, саньяси и брамачари в этом, в связи с этим.
Почему вы не подумали дважды, прежде чем принять отреченный образ жизни? Прежде чем принимать отреченный образ жизни, нужно подумать. Даже в шафране мы можем совершать различные нехорошие дела. Очень легко мы можем сейчас получить белую или шафрановую одежду отречения. Никто сейчас об этом не заботится особо. Мы настолько слабы. Наш позвоночник уже сломан на частицы. 25-30 лет назад. Если бы такое было, то что сейчас саньяси стоят рядом с женщинами, и никто не говорит ничего, не делает замечания этому саньяси, прикрываясь тем, что якобы мы вайшнавы, мы не имеем права говорить никакие замечания. А вы не думаете в таком случае о сампрадае, вы думаете только о своем положении, о себе, только о себе, о деньгах, о своем положении. Сейчас все думают об этом настолько узкое мышление. Как же такие личности могут выступать как духовные лидеры? Саньяси отправляются проповедовать, и каким-то образом у них появляются по два-три ребенка, но тем не менее они, не снимая своих шафрановых одежд, продолжают свою проповедь. И это не милость их. Это жестокость. Это не милость, это жестокость. Что говорит Бхактивинод Тхакур? Саду пытается жить в соответствии с идеалами, установленными идеалами. То есть было много предубеждений по поводу отреченного уклада жизни, по поводу личности, которые ведут отреченный образ жизни, из-за того, что некоторые не могут следовать идеалам этого пути. Постепенно число отреченных личностей растет, и время наступит, когда вы хотите доказать, что вы более милостивы, чем Бхактивинод Тхакур. Я собираюсь в ближайшем времени опубликовать статьи Шрилы Бхактивинода Тхакура, и все вы должны читать их и понять, как нужно совершать преданное служение. Гаудия Мат не воскресный клуб, куда можно прийти и потанцевать. Никто не хочет размышлять об этом. Это очень тонкий момент. Все хотят думать о Кришне. Кришна делает то, это. Но что делает Кришна? Приняли ли вы садгуру? Приняли ли вы прибежище садгуру? Совершаете ли вы баджан? Совершаете ли вы баджан? Все, что вы сделали, это приняли шафран и деньги. Это все, что вы сделали. Неважно, в какой одежде вы
находитесь? Какую одежду вы носите? Одежда отреченных или обычная одежда? В Бхагаватам это открыто говорится об этом. Но никто в этом не заинтересован, чтобы размышлять об этом. Много-много приводится доказательств. Кришна Парампара Келешвар. И что, вы хотите осквернить, то есть очернить его деяния, его, как вы смеете? Вы думаете, что вы можете соревноваться с Кришной, что вы... что вы достойны соревноваться с Кришной. При помощи йога-майи Бхагаван устраивает свои игры, и причина этого не его корыстный интерес, а он хочет помочь нам, чтобы мы пришли к нему и вместе с ним насладились этой расой. Это все, что он хочет. Бхагаван приходит в этот мир, и мы очень удачливые. Потому что мы можем... можем понять природу Кришны, что его... На самом деле в нем нет никакой неудовлетворенности, то есть он полон в себе, но тем не менее он являет эти игры. И единственная причина — это... чтобы обусловленные души получили этот уникальный шанс познать удивительную расу татву. Как обычные герои материального мира, Кришна также совершает свои игры при помощи йога-майи. Но игры его нематериальные. Они трансцендентные. Вы должны помнить о том, что несмотря на то, что у Кришны много жен в Дваракадхаме, они не могут оказывать никакого влияния на Кришну. Они пытаются. Но они не могут. 16108 жен. Все они прекрасные. Рукмини Сатьябама, Джамбавати. Кого там только нет. Они невероятно прекрасные. Лакшми. Кто может сравниться с ними? Но они пытаются изо всех сил оказать влияние на Кришну. Пытайтесь понять этот момент, прежде чем погрузиться в эту уникальную татву. В Бхагаватам сказано: Чапамаджат,
Изо всех сил они пытаются оказать какое-то влияние на Кришну, чтобы он, тот начал испытывать каму, чтобы у него пробудился какой-то интерес к ним, имеется в виду вожделение. Но Кришна действует в соответствии со своими лилами. Они не могут заставить его пасть. Для них это невозможно. Они не могут влиять на Кришну, несмотря на то, что они пытаются изо всех сил. Они улыбаются, смотрят на него каким-то особым образом. Как я уже говорил, что Пракрита Камадев, материальный Камадев, бросает вызов всем. Посмотрите, никто не может устоять передо мной. Что ж Кришна сможет поделать? Сейчас проверим. Пракрита Камадев бросает вызов. Я всех сразил. Кто такой Кришна? Даже я победил Шанкару. И жены Кришны. Тем не менее, жены Кришны пытаются изо всех сил контролировать Кришну. Иногда им кажется, что Кришна под моим контролем, потому что он меня очень любит. В Бхагаватам. Кто такой Ишвар? Несмотря на то, что Верховный Господь кажется обычным человеком здесь, в этом материальном мире, когда он приходит в этот мир совершать свои игры. Но мы не должны забывать, что он парампара Акилешвар, что все вселенные существуют в соответствии с его желанием. И мы не должны пытаться объяснить существование Кришны с точки зрения с нашей точки зрения. Это наша главная ошибка. У Кришны трансцендентные органы чувств. Но люди думают, что раз у него такие же руки и ноги, как у нас, он подобен нам. Любой орган чувств может Кришна может выполнять действия другого органа чувств. То есть через глаза он может вкушать, через... и так далее. То есть наше представление о Кришне неправильно. Через мои... Если вы сможете понять с помощью моих
с помощью того, что я говорю, что такое пракрита, что такое апракрита, что материально, что трансцендентно, я буду вам очень благодарен. Я не ожидаю, что вы поймете, что что-то рассолили, но тем не менее, если вы хотя бы это поймете, я буду вам очень благодарен. Итак, жены Кришны хотят смотреть на него, хотят какого-то взаимообмена с ним, любовного взаимообмена, но они не могут ничего поделать. Они пытаются изо всех сил, чтобы Кришна стал хоть как-то обеспокоен, но они не могут ничего поделать, потому что Кришна очень могущественен. Во всей, то есть все брахманды пребывают в Кришне. Попытайтесь это понять. А затем попытайтесь понять, что такое раса лила. Не как глупцы. Мой гуру Падма говорил. Трансцендентная раса лила сводит нас с ума. То есть если нам понять ее, то мы с ума сойдем. А мы думаем, что это какой-то танец. Имеется в виду танец материального характера с женщинами. Таково положение этого материального мира. Несмотря на то, что у них нет, то есть нет права изучать, говорить о трансцендентной лиле, они говорят прилюдно об этом. С помощью этого они лишь одну выгоду получат, получат пассивную каму, то есть каму в сердце. Итак, нельзя забывать, нужно помнить о том, что прекрасные женщины Кришны из Двараки не могут ничего поделать. Прекрасные жены Кришны в Двараке ничего не могут поделать, никак не могут повлиять на него. Кто же такой Ишвар? Что вы подразумеваете под этим? Несмотря на то, что он нисходит в материальный мир при помощи йога-майя, три гуны материальной природы не могут коснуться его. Что говорить о трех гунах материальной природы? Вы забыли, что Вьясадев совершал баджан по наставлению Нарада Махараджи. В конце концов, он лицезрел Кришну. Но также он увидел, как Майя Деви склоняется перед Кришной, стыдясь. Со спины она предлагает поклон. Ей стыдно предстать перед ним непосредственно. Предлагает поклоны Кришне со спины. Майя. Со стыдом. При помощи этой майи все дживы под гипнозом. Из-за майи все дживы загипнотизированы. Майя невероятно опасна. Если вы не будете следовать вышеописанному процессу, вы будете под влиянием майи. Но если же вы будете следовать этому гуру с вами, и она ничего не сможет поделать. Даже сейчас, я знаю, что сейчас, сидя перед вами на висасане, я знаю, что гуру Дев со мной, он помогает мне. Я знаю, что много проблем приходит в мою жизнь, но тем не менее никто ничего не может мне сделать, потому что гуру Татва помогает мне. Я пытаюсь жить в соответствии с наставлениями гуру Пада Падмы.
Итак, Бхагаван приходит в этот материальный мир, и в этом его совершенство. Потому что он ничто не может, ничто материальное не может прикоснуться к Кришне. Майя не может. Кришна, Атмарам. И мы можем, мы не можем осознать, как это возможно для Кришны. Все это, чтобы все протекало именно таким образом. Все жены Кришны думают, что Кришна под моим влиянием. Из-за своей глупости. То есть это лила. Я не могу говорить таким образом. То есть это игра. Они думают, о, Кришна всюду следует за мной, потому что он любит меня. Кришна кама, он хочет наслаждаться мной. Но в действительности это глубокое их заблуждение, это неправда. Потому что в Бхагаватам сказано, то есть они тайным образом вводят Кришну, хотят взбудоражить Кришну, но они не понимают положение Шри Кришны. Они не понимают, что он сам Прабху Ишварам, он контролирует бесконечные миры. Тоже может. Вновь я хочу напомнить вам первую шлоку Шримад Бхагаватам. Шукадев Госвами говорит. То есть от самого рождения он Парамахамса. От самого рождения нет у него никакой камы. Итак, Шукадев Госвами, Парамахамса Шрешта, начинает с этой шлоки. Первые слова. Бхагаван Опи. Что хочет сказать этим Шукадев Госвами? Вриндаван украшен йога-майей. Еще до того, как Кришна родился. Несмотря на то, что Кришна... То есть Вриндаван вечен. И он прекрасно украшен. В Гопи-гите также, я уже рассказывал, есть... указание на это. То есть нужно помнить о том, кто совершает эту игру. Это лилу. Верховный Господь. Хари Ананта, Хари Рупа Ананта.
Было послан какой-то спутник в космос, чтобы тот изучал Солнце, но в конце концов он был затерян в просторах космоса. Якобы он достиг Сурьядева, Солнца, и куда-то пропал. Никто не знает, куда он делся. И Бхагаван обладает бесконечными брахмандами. Речь идет именно об этом Бхагаване. Вся ситуация украшена таким, то есть имеется в виду все окружение украшено. И несмотря на то, что у Кришны нет недостатка ни в чем, тем не менее он решает совершить лилы, с помощью которых, благодаря этому, все дживы получают величайшую милость, крипу. Единственная причина, по которой Кришна нисходит в этот мир, в нем нет никакого недостатка, ничего, никакого волнения. Тем не менее, Кришна являет эти лилы. Вы можете вспомнить, когда, как я уже рассказывал, жены брахманов, наверное, пришли к нему, он сказал им: «Возвращайтесь, нехорошо, что вы пришли». И затем в следующей лиле он пообещал, что исполнит все желания. Даже в горе лиле. Когда Гауранга был маленьким мальчиком, на Ганга-гате маленькие девочки поклонялись. Это описано в Чайтанья Бхагаватам, Бхагавате. Прабху пришел туда, начал. Он стал говорить: «Вы мне поклоняйтесь, кому вы поклоняетесь?» И они были поражены: «Ты что делаешь? Ты зачем берешь то, что мы предлагаем?» То есть он взял их подношение, он говорит, что зачем? Они говорят: не трогай, не касайся, ты оскверняешь нам все. Но Прабху не может ничего осквернить. Прабху говорит: Ганга, Дурга, Шива, все они мои слуги. Он говорит: «Поклоняйтесь мне, я вас благословлю». Да кто ж ты такой? Ты у нас наш сосед. И Прабху взял все гирлянды, чандан, стоси. Они говорят: «Ты что делаешь?» Он говорит: «Да я таким образом вам благословение даю».
Он говорит, все, о чем вы мечтаете, я исполню, все, чего вы хотите. То есть гопи хотели наслаждаться с Кришной именно таким образом, как это произошло в играх. Несмотря на то, что Бхагаван сам удовлетворен от Марам, от Пакам, тем не менее он принимает решение совершать игры. Обычно люди изменяют свое умонастроение от сезона к сезону. С детства мы помним, когда наступает Дургапуджа, мы очень счастливы. Потом ум наполняется энергией, освежается. Пракрити, природа, таково ее действо. Несмотря на то, что не может коснуться эта природа Гуру и Вайшнавов и Бхагавана, тем не менее Бхагаван являет такие игры и лилы. То есть на него не может действовать погода, не может действовать природные погодные сезоны. Тем не менее, ночь, прекрасная осенняя ночь, когда различные цветы распускаются, повсюду прекрасный аромат. Лилии в пруду, различные лотосы. Все это прекрасно, жасмины. И все это создает особую атмосферу для наслаждения Кришны. Все они, цветы, реки хотят послужить Кришне. Не так, что он попадает под их влияние, просто они хотят послужить ему, и Кришна соглашается принять их служение. В конце концов, он принимает решение с помощью йога майя совершать лилы. Йога майя организовывает абсолютно все. И Кришна являет эти уникальные лилы. Бесчисленные. То есть обусловленные души не могут постичь эти игры. Как они могут осознать их? Сейчас я хочу вернуться к изначальной теме, что материальный Камадев хотел бросить вызов самому Кришне. Он настолько глуп, он думал, что я всех победил. Что ж мне Кришна не победить? Бхагаван приходил в этот мир много раз в образе Курмы и так далее, Матсья, Нрисинга. Это были неподходящие аватары для происков Камадева, размышляет Камадев. То есть в то время я не мог его сразить, Бхагавана, потому что он быстро выполнял свою миссию и уходил. Даже Парампара Келешва Рамачандра он говорит, то есть насколько высокомерен Камадев, он говорит, когда Рамачандра пришел в этот мир из-за разлуки с Ситой, он был очень обеспокоен. Поэтому невозможно говорить, что он не получил моего влияния, не попал под мое влияние. Абсолютно.
Когда Сита была похищена Раваной, Рамачандра плакал. Значит, он попал под мое влияние, думал Камадев. Рамачандра плакал в лесу вот таким образом. Где ты, Сита, где ты? Это означает, что он испытывал разлуку. Поэтому невозможно заявлять, что он был полностью свободен, то есть он не попал под мое влияние. Итак, Голоканат Кришна, Парампара Акилешвар. Если у меня будет возможность, я попытаюсь сразить его. Но Кришна и Камадев ждал. Материальный Камадев ждал момента, когда он сможет бросить вызов Парампара Акилешвару, причине всех причин, Верховному Господу Шри Кришне. Такое ложное эго, такая гордость была в этом Камадеве. Когда век Двапара закончился, Господь не зашел в этот мир в форме Гопала в доме Нанда Махараджа. Когда маленький мальчик, то есть Камадев думал, он маленький мальчик, я еще ничего не могу поделать тут. У мальчика маленького не может быть никакой камы, никакого вожделения. Поэтому Апракрита Камадев подумал, что тут я бессилен, мне нужно подождать. И он размышлял таким образом. Возможно, он совершает такие лилы, потому что он боится меня. Он боится, что я запущу в него свои стрелы. Но после Бала, после Гопала лилы, Бала лила, Кишор лила наступила, когда он тот начал, когда Шри Кришна начал играть на флейте, стал очень беспокойным. И все браджарамани, браджагопи, очень энтузиастично. То есть они бежали навстречу с Кришной. И Камадев думал, о, сейчас настал тот момент, когда я бросаю тебе вызов. Мы уже видели, когда я объяснял вот эту лилу. Почему совершали гопи Катьяни Врату? Чтобы обрести Кришну как своего мужа, в мужья, Кришну в мужья. Там также произошла Бала-лила, когда Кришна своровал их одежды, шутя. Кришна шутил, как ребенок в этой игре. И Камадев думает, надо еще подождать. Затем
многие-многие яги, патни, рамани, жены браманов. Предстали перед Кришной. Много друзей было там, которые хотели принять прасадам. И Кришна вкушал прасадам со своими друзьями. И в это время также ему было не для, было не до камы, и размышлял Купидон, Камадев. В то время, поэтому он также избежал моего влияния. И там Кришна никогда ничего не боялся, никого не боялся. Боялся лишь своего брата Баларама. Если Баларам присутствует, он, Кришна всегда... В присутствии Баларама Кришна всегда серьезен. И Гауранга Махапрабху также никого не слушается. Маму, папу, никого не слушается. Никто не может его контролировать, но когда он видит старшего брата, Вишварупу, он становится очень серьезным. Таким образом, вы можете видеть, что Кришна всегда обладал особым почтением гуру. Почему? Потому что своим примером он хочет обучить нас. Баладжи Махарадж — это гуру татва. Нитьянанда — это гуру татва. Радхарани — это гуру татва. Поэтому Гауранга Махапрабху хотел проповедовать через Вьясапуджу. Поклонение изначальному гуру. Итак, материальный Камадев думает, размышляет. Просто у меня не было никогда никакой возможности запустить свои стрелы в Кришну. Потому что Баларам, Кришна был в окружении Баларама, своих друзей. То есть это неподходящая ситуация. Подожду-ка я более подходящий. Но затем, когда Кришна знал, что, когда Камадев узнал, что Кришна пообещал, что когда наступит Пурнима, осенняя Пурнима, в эту ночь я исполню желание, сердечное желание гопи. Итак, Камадев ждал подходящей ситуации. И сейчас он обнаружил, что на небе прекрасная полная луна, Ямуна, деревья, фрукты, цветы, все они распустились ради служения Шри Кришне. И в раю, то есть это как райская атмосфера, прекрасная пора. И все хотели пожертвовать что-то, дать какую-то дакшину для осуществления этой лилы. А Пракрита Камадев думал, вот настал этот момент, посмотрим-ка, что у меня получится. Когда Кришна начал играть на флейте, Кришна Пракрита Камадев
привлекал всех гопи, оказывал влияние на всех гопи. Все они примчались на берег Ямуны, на прекрасный берег Ямуны. Никого нет, только лишь Ямуна текет. Течет. Как мы знаем, что в медовый месяц молодожены отправляются в какие-то прекрасные романтические места. И точно так же здесь. Итак, Кришна видит, что все гопи, влекомые прекрасной мелодией флейты Кришны, примчались к нему. Он продолжает играть на флейте. И гопики, они как безумные, мчатся. Все они прибежали и окружили Кришну. Они хотят говорить, сказать что-то, но не словами, а глазами. Когда мы говорим, используя слова, это один вид речи, один вид взаимообмена, но в любовных делах речь не помогает. Герой смотрит на героиню, а героиня смотрит на героя, и этого достаточно. Итак, гопи смотрят на Кришну. Так, как будто бы они... То, как они смотрят на Кришну, очень ясно с помощью взгляда, что они хотят сказать. Слова не нужны. Слова не всегда достигают цели. Когда мы замолкаем, бхава, то есть чувства, чувства могут выразить наш, то, что мы хотим сказать. То есть, когда мы что-то говорим и не можем достигнуть цели, мы замолкаем, и после этого бхава выражает то, что мы хотели. Материальный мир настолько грязен, что это, он влечет наше падение дальше, глубже и глубже. Он постоянно приносит нам опыт боли, болезненных ощущений. Но сейчас здесь уникальная ситуация, уникальная обстановка. Кришна и гопи обмениваются. Гопи смотрят на Кришну глазами и спрашивают: «Почему ты позвал нас? Зачем ты играешь на своей флейте? Почему ты привел нас сюда?» И Камадев думает: посмотрим-ка, насколько могущественен Кришна. Даже одна девушка настолько могущественна, что может победить, то есть иметь в виду завоевать сердце молодого человека. Но тут столько гопи, у Кришны просто нет шансов. Как он сможет себя контролировать? Это невозможно. Так, а Пракрита Камадев... Как в детстве, на старт, внимание, марш. Когда играют дети, вначале готовятся. Перед броском готовятся, на старт, внимание и марш. Итак, Навакишор Шьямасундар. Пракрита Камадев, материальный Камадев, приготовился стрелять. Внезапно он взглянул на Кришну, а Пракрита Камадева Шьямасундара. Немедленно он обезумел, тотчас же он обезумел. Я никогда не видел,
подобное. Кто же этот Шьяма Сундар? О, Боже мой! Как Арджуна перед полем битвы. Он чувствовал, я не могу пошевелить телом, оно как будто парализовано. И Пракрита Камадев упал в обморок, на землю упал в обморок. Только лишь взглянув на Апракрита Мадан Махана, Кришну, он упал без сознания. И он начал причитать, «О, зачем мне даны такие обязанности? Почему мое тело не тело гопи? Я бы наслаждался вместе с гопи. Я такой глупец», — причитал он, лежа на земле, без сознания, в полусознательном состоянии он причитал, «О, Видакта, если бы у меня было тело гопи, я бы смог также играть с ними». Я настолько бесполезен. Вся моя жизнь бесполезна. Так говорил Пракрита Камадев, материальный Камадев. Вы можете вспомнить, когда Радхарани была с Кришной, когда все гопи присутствуют, возникает вопрос героизма. То есть имеется в виду, что его воплощение как герой достигает своего полного пика. В читании Чаритамриты сказано, Кришна взобрался на колесницу гопи. Бесконечные гопи приготовили каждое внутри своего сердца колесницу и приглашают Кришну взойти на нее. Они хотят, чтобы Кришна оказался на этой колеснице, колеснице их сердец. И Кришна взбирается на эти колесницы. Верховный Господь обладает бесконечными брахмандами, поэтому когда ваш ум чем-то увлечен, только тогда имя Мадан Махан достигает своей цели, имеется в виду оправдано. Мадан Махан Мурти во всем материальном мире нет никого, кто бы чей ум не впадал в беспокойство, только лишь Мадан Махан может это, способен на стабильность ума. Бхагаван в настроении лил, имеется в виду в настроении совершения игр, в игривом настроении. Рамана лила, лила Мадана Махан. Если сердце ваше
полно стопроцентной веры. По милости Гуру и Вайшнавов вы обретете возможность стереть грязное сердце, грязную камму из вашего сердца. Если вы хотите достичь успеха, говорит Шридхар Госвами Пад. Если вы хотите прыгнуть в океан трансцендентного блаженства, вы должны принять прибежище Мадан Махана. Бхагаван говорит об этом в Гите. Кто примет прибежище? Невозможно пересечь океан моей Майи. Только те, кто приняли прибежище у моих лотосных стоп, только они пересекут Майю, океан Майи. Шридхар Госвами Пад также провозглашает, что только лишь те, кто приняли прибежище Мадан Мохана, смогут обрести шанс стереть грязное вожделение из своего сердца навсегда. Поэтому бесконечный поэтому было сказано это. То есть я хочу подготовить основание, чтобы вы поняли правильно раса лилу. Поэтому я пытаюсь создать основание, так чтобы вы осознали, что таинство этой раса лилы. Вы должны помнить об этом, что атмарамы хотят, даже Шукадев Госвами попадал, не совсем понятно. Муни и Риши хотят изменить свое настроение так, чтобы и они попали под влияние Апракрита Камадева, Шукадев Госвами и все хотят быть под его влиянием. Для того, чтобы понять раса лилу, необходимо быть искренним и серьезным, а также пытаться следовать нашей Гуру Варги, представителям нашей Гуру Варги. Вы не сможете найти никакого решения, если вы будете размышлять материальным образом. Сказано, что Апракрита Камадев танцевал с бесконечным количеством гопи. В то же самое время он зовется Атмарамой. И как же мы можем примирить эти вещи? Как примирить это? Кама есть кама. Как возможно для Кришны одновременно совершать игры полные камы, а с другой стороны быть атмарамой? Это полностью противоположные вещи. Но, как я уже говорил, все полностью противоречивые вещи могут быть полностью примиримы. Но только лишь это применимо к Кришне.
Только лишь в случае с Кришной все это гармонично примиримо. Поэтому у нас не должно быть никаких сомнений. Мы знаем, что Кришна обладает полным контролем над бесконечными брахмандами. Извините, над бесконечными ананта-гьянами, ананта-вайрагиями, вайраги. То есть над всеми, над ананта-вайшна-богатствами бесконечными. То есть всеми этими богатствами Кришна обладает в полной степени, отречением, красотой и так далее. Когда мы понимаем, что только лишь Кришна обладает всем этим в полной степени, и в то же самое время, когда мы видим, что Он совершает свои лилы, то есть нам сложно это примирить. Но когда мы подумаем о его положении, имеется в виду, когда мы осознаем положение Шри Кришны, все гармонично примиряется. В Гите сказано, если я умру, сомневаясь в Кришне, в его играх, в Гурудеве, нами, я не достигну успеха в таком случае. Это сказано в шастрах. Это, на самом деле, это имеется в виду, это духовная смерть. Если у меня есть сомнения, то это повлекет за собой духовную смерть. В материальном мире мы знаем, что когда бы мы не хотели наслаждаться чем-то, наш ум должен... То есть все мои органы чувств должны мне помогать наслаждаться. Допустим, если я хочу съесть сладость, мы должны вовлечь в этот процесс язык. То есть все наши органы чувств должны контактировать с материей, и тогда мы от этого извлекаем удовольствие. В противном случае невозможно получить материальное удовольствие. Кришна говорит: «Эй, глупцы! При помощи органов чувств, материи, вы хотите наслаждаться?» Вначале вы думаете: «О, такие замечательные наслаждения!» Но в конце концов это становится ядом. Будьте осторожны, яд этот убьет вас. Но Кришна лила, его раса лила, не такова. Вы должны глубоко понять эту шлоку. Вчера я говорил, что несмотря на то, что Риши и Муни, то есть у Кришны не может быть никаких недостатков и никаких проблем, то есть нечестивых дел. Раджан, когда ты задаешь вопрос, ты должен помнить о том, что речь идет о Кришне. Время от времени это постоянно упоминается.
Пракрита Камалила порой описывается. Кришна постоянно пытайтесь помнить об этом, что речь идет о Кришне Парампара Килешваре. Не пытайтесь размышлять так, как материалисты, как это делают материалисты, с материальной точки зрения. Уддам бхава пишинам амала булгу хаса бирава лока нихато амадану пи ясам шанмуджа чапам айхат прамадаттамаста яссандриям бимазетум кухкайрана сейку. Уддам бхава пишинам амала булгу хаса бирава лока нихато амадану пи ясам шанмуджа чапам айхат прамадаттамаста яссандриям бематитум кухкайрана сейку. You should remember this point. Ванча калпатурусе кипасинду бевач, патитанан павана бхо, башнави бьё намуна.